Привет, друзья! Сегодня сделаем мини-сердечки в технике квиллинг. Подготовим все необходимые материалы. Я буду использовать готовую бумагу полосками и специальный инструмент для квиллинга. Такие продаются в магазинах для творчества. У меня полоски бумаги шириной 0,5 см. При желании такие можно нарезать из листа А4. Для скручивания есть специальный инструмент, у которого с одной стороны небольшой шарик, а с другой есть стержень с прорезью. В эту прорезь мы вставляем край бумажной полоски и накручиваем ее вокруг стержня, получая спираль. В центре нужно накручивать туго, а затем чуть слабее. Накрученную фигуру снимаем и отправляем внутрь подготовленной окружности. У меня будет 15 мм. Слегка надавливаем пальцем на центр спирали, чтобы она приняла форму окружности. Берем клей ПВА. Мне удобнее использовать с кисточкой. Промазываем край полоски и приклеиваем к внешней стороне. Чтобы приклеилось ровно, поджимаем пинцетом и оставляем высыхать. Как только клей высох, берем фигуру и поджимаем с одной стороны до формы капли. С другой стороны надавливаем инструментом на серединку, делая форму более похожей на сердечко. Поджимаем и подправляем. Вот такие мини-сердечки получились. Их можно использовать для открыток или рукоделия. Примеры будут в следующих видео. Подписывайтесь на канал Artvium, чтобы ничего не пропустить.